Слушайте, кажется, мы в боковой комнате. Я слыхала об этом месте. Через портреты можно попасть на любой этаж школы. Эх, где бы найти пароли? Гарри Поттер, ты-то мне и нужен. Привет, Фред. А где Джордж? Наверху, в магазине. Гарри, вот тебе подарок на Рождество. Карта мародеров. Она поможет тебе пробраться в любое место в Хогвартсе. Ух ты! Спасибо, Фред! Ты можешь воспользоваться картой в любой момент. Для этого нажми клавишу Tab. Ладно, идите со мной наверх. Я проведу вас в лавочку. Конечно, тупость. Подарок на Рождество. Сейчас только начался учебный год. Сейчас сентябрь, а он уже мне на Рождество подарок дает. Странно вообще, непонятно. Ну ладно, пошли. Вначале я к нему не пойду, вначале я все секреты тут сделаю. Вот сюда до пульса и туда до пульса. Появляется хрень. Прыгаем сюда. Первый секрет. Карточек никаких мне не дали. Хорошо. Фред, еще ждет. То есть, ну, это нехорошо, но ладно. Побыстрее доберемся до его лавочки. Да подожди, вначале все тут. Все секреты я сделаю. И все, и вообще все. Так. Люмос. Это даже не секрет. Сундук, ты что, охренел? Во, другое дело. Туда я пока не пойду, потому что, ну, мне пока нет смысла туда идти. Так, сундучок. Так вот. Сюда снова обратно вот пойду, откуда я пришел, чтобы снова на всю броню эту заклинание сделать. Все конфетки из нее получить. Конечно, до хрена всего. Тогда давайте побыстрее доберемся до его лампы. Да подожди. У нас еще до хрена дел, прежде чем я туда пойду. Сколько можно, броня? Хватит давать нам уже конфеты. Вот, наконец-то. Сейчас вот эти еще две. Тут темнее, чем было, когда я только что вышел из практики по карфер-тракту. Я не знаю почему. Освещение более темное. Что-то все на практику этот идут, что им там надо. Ну что, сколько можно уже давать нам конфеты? Ну вот, все, наконец-то. Рон, ты хочешь еще раз выполнить практику по карпе-ретракту? Нет, конечно, он этого не хочет. Ему нет смысла это делать. Ладно, пошли наверх. Но вначале наверх еще не совсем туда. По всем этажам пройдемся. Так вот. Сундучок с конфетками. Ой, тут даже перепрыгнуть нельзя. Ну что за подстава вообще? Нечестно так. Тут все конфетки. И иду вверх. Это уже второй этаж? Стоп, а где первый? Что-то я не понял. Ну, ладно. Нет. Фиг с ним. Вы только представьте. Дементоры в Хогвартсе. Гарри, ты, наверное, в ужасе. Я вообще прям вот в таком ужасе, что прям сейчас умру тоже. Так. Давай. Все. Ты тоже все, да? Ага, это плохо. Приятели, ничего, в этом году Слизерин обыграет вас. Да ладно, неужели? Ну посмотрим, посмотрим. Де пульса. Так, это кабинет трансфигурации, там мне делать нечего. Тут, потому что я ничего не могу сделать сейчас. Так что пойдем обратно. Так. Это был на второй этаж, идем теперь на третий. Люмос. Пульса везде, где только можно.
Это считается за секрет или нет? Судя по всему, нет. Да. Не считается. Да не надо мне туда. Вот, отлично, туда не запрыгнул, хорошо. Так, карточек у меня все еще нету. Никаких больше. Так, депульс на череп. И на еще один череп депульса. На все эти баннеры тоже. Вот все. Все сделал. Забираю все, что можно. Так, вот этот секрет я пока не могу сделать, да. Это попозже я его смогу сделать. Так что сейчас нет смысла тоже с ним ничего делать. Сломался. Так, сейчас собираю. Открываю сундук. Что ты не открываешься? Я же все открыл, откройся. Вот другое дело. Вот так вот. Думаю, нам стоит купить пароль у Фреда с Джорджем, чтобы взглянуть, что там за этим портретом. Ну да, но это потом. Так, это класс по заклинаниям. Здесь мне тоже делать особо нечего. Тут я ничего не могу сделать. Поэтому, опять же, пойду отсюда. Наверх снова. Так, это какой этаж? Вроде бы четвертый. Череп. И все. Туда мне идти нет смысла, потому что это класс защиты по темным искусствам. Я там вначале уже был, там тоже, опять же, ничего нету. Ну-ка. Динозавра можно? Нет. Нельзя, к сожалению. Во второй части можно было из него высыпать дофига пауков, а тут нет. Так, следующий этаж. Сундучок. Сейчас открою все эти тоже. Иди сюда! Нет, не пойду, потом. Я к вам ко всем буду подходить, но в самом конце игры, потому что сейчас пока нет смысла. Гарри, иди-ка сюда! Да не пойду, успокойся. Успокойся, я не пойду к тебе. Я в конце игры к вам ко всем подойду и все у вас там куплю. Эй, Гарри! Они продают волшебные карточки, те, которые больше ниоткуда нельзя взять. И все. Тут такая бесполезная комнатка. Ну ладно. Вот. Так что я в конце игры их все у них куплю, потому что это необходимо. Если хочу полностью пройти. Профессор МакГонагал! Профессор Дамблдор! Гарри, я рад, что тебе уже лучше. Спасибо, профессор. Возможно, вы уже знаете. Сюда, в Хогвартс, по приказу Министерства магии, прибыли дементоры Азкабана. Я уверен, что Сириус Блэк и близко не подойдет к Хогвартсу, пока тут ошиваются дементоры. Ладно, ребята, Джордж ждет нас в лавке. Идите со мной. То есть Дамблдор и МакГонагал просто так сюда пришли и ушли. Без особой цели. Ну ладно. И куда они делись? Куда они делись? Тут же... Вот тут больше не будет деваться. Тогда давайте побыстрее доберемся до него. А, да, вот все открылось. Так, на череп тоже до пульса. Тут все я сделал. Отлично. Делаю это второй у нас. Все секрет на лестнице. Карточек все еще у меня нету больше никаких. Ладно. Пошли дальше. На седьмой этаж. Так, тут практически ничего и нету. Только череп. Я в него даже не попал. Вот, все. Ладно, пошли теперь на этот этаж. Гарри, иди-ка сюда! Потом, я уже сказал, потом. Сейчас пока нет. Так, конфетки. Так. Тебя до пульса, сюда до пульса, сюда тоже до пульса.
Открывается эта штука. Да блин. Вот. Сундучок. Дофига конфеток. Вот так вот. Думаю, нам стоит купить пароль у Фреда с Джорджем, чтобы взглянуть, что там за этим портретом. Ну ладно, пойдем сейчас в гостиную. Тут вот в нее вход. Так, на броню до пульса. Так, вон там скелетик, я, похоже, не могу пока что открыть. Встретимся попозже. Я вспомнила, что мне нужно встретиться с профессором МакГонагал. Нужно кое-что обсудить. Интересно, в чем дело? Привет, Гарри. Добро пожаловать в нашу лавочку. Ух ты! Только посмотрите на все эти штуки! Просто подойди к любому предмету, который тебе понравится. Мы тебе скажем, что это такое и сколько оно стоит. Да, тут все просто. Так что сейчас я куплю все карточки, которые есть здесь. Пароли пока я покупать не буду. Но карточки все куплю, если мне хватит, конечно. Я и не знал, что у нас есть такое. Гарри, это ужасно редкая штука. Очень-очень редкая. Так, вот здесь вот я уже буду их читать сам, потому чтобы их в меню там не искать. Так, я их сейчас покупаю, сразу все это высвечивается. Так что, Гроган Стамп, 1770-1884. Знаменитый министр магии занимал этот пост с 1811 года. Так что вот, да, это реально так будет намного проще. Звучит неплохо. Ладно, беру. Гарри, это очень ценная штука. Да за нее удавятся все твои ровесники. Горный тролль. Часто встречается в гористой местности. Очень силен, но глуп. Пытается стукнуть дубинкой всякого, кто проходит мимо. О, я это беру. Вообще-то нам не стоило бы продавать ее так дешево. Это отличная карточка. Гюнхильда из Гарсмура, 1556-1639. Одноглазая горбатая ведьма. Открыла лекарство от драконьей оспы. Звучит неплохо. Ладно, беру. Так, тут... Гарри, не забывай. После этого мы... Да я знаю! Мне и пофиг. Пойти на урок по уходу за волшебными существами. Пофиг. Ха! Боюсь, на эту покупку у тебя не хватит тыквенного печенья. Ну, жалко, ладно. Это очень ценная коллекционная карточка. Еспер Старки, 1881-1973. Ведьма, изучавшая влияние фаз Луны на волшебные свойства зелий. Звучит неплохо. Ладно, беру. Вот на вот эту хрень мне по-любому не хватит. Потому что она... Вообще-то нам не стоило бы продавать ее так дешево. Это отличная карточка. Оказывается, хватает. Яркополс, большая оранжевая улитка с ядовитой раковиной. За нее можно браться только в защитных перчатках. Ну вот, покупаю. Звучит неплохо. Ладно, беру. Ну все. У меня, блин, всего одна тыква осталась. Так что мне по-любому не хватает. И всего 5 этих штук. Кексов на пароли. Пароли тоже все куплю в самом конце. А, Гарри, эта карточка совершенно особенная. Просто бесценная. Собери все остальные карточки из этого набора, и она достанется тебе даром. Да, тут надо их все собрать. Все. Вот тут будет 14 из 15 заметных волшебников, и тогда ее уже можно будет взять. И после этого пойдешь в специальную комнату, призовую, где еще 5 карточек. Извини, будет. Гарри, но у тебя слишком мало волшебных кексов. Да, я так и думал, я их все в конце куплю, эти пароли. Так что, думаю, все. Гарри, мы всегда будем тебе рады. Пойдем отсюда. О, нет, Пивз! Бедненькие Поти и Визгли. У них нету парольчиков, они не могут пройти по тайному ходику. О, глядите, а парольчик-то у меня. Давай, Рон, нам нужен этот свиток. Отлично! Давай-ка вместе как следует проучим этот паршивый полтергейст. Я, честно говоря, не знал, что это слово несклоняемое. Ректусентра! Полтергейст. А, вместе же надо, точно. Ректусентра! Вот. Так нечестно! Нечестно, да. Кто бы говорил, ты умеешь летать, а мы нет.
Это честно, да? Мерзкий Монти, мерзкий Визгли, вы еще пожалеете. Пароли у нас! Пойдем. У нас пароли только для верхних этажей. Думаю, да. Так мы вернемся в боковую комнату. Звездный свет. Совсем скоро начнется урок по уходу за волшебными существами. И в этом году занятие ведет Хагрид. А кто-нибудь в курсе, куда нам нужно идти? Этот урок будет проходить рядом с загоном. Вы на урок по уходу за волшебными существами? Я тоже. Невилл, это же здорово! Пойдем туда вместе. Идем со мной. Чуть фигня, у него в первой части был голос более низкий, ну, более взрослый, чем сейчас. Я тогда ему был 11 лет, сейчас ему 13. Я вообще не понимаю, в чем тут прикол, ну ладно. Пойдем на улицу, так уж и быть. Будет проходить в загоне. Нам сюда. Вначале я найду, сделаю все секреты, как обычно. На все эти птицы. Тут бассейн исчезает, Спонгифей появляется. Первый секрет. Ой, опять эти уроды. Между прочим, нас ждет Невилл. Похоже, скоро нам надо будет двигаться на урок. Как ты сейчас мне это говоришь, если ты сейчас там далеко внизу, а я тут наверху? И говоришь, как будто мы рядом находимся, блин. Келпи обитает в ручьях и реках. Опускается на колени, приглашая прохожих прокатиться на своей спине. Тех, кто на него сядет, утаскивает под воду и пытается сожрать. Прям сожрать. Не съесть, а прям сожрать. Ну ладно. Так. Вот на того чувака. Вначале вот на этих сделаю. Теперь же можно попрыгать на этих плитках. Так. Иди-ка сюда. Да не пойду я сейчас к тебе. Может, и пойду, но попозже. И то, скорее всего, не к тебе. Гарри, гипогрифу. Проводим тогда Невилла. В смысле, проводим? Ему вообще должна на этот урок, а не только нам. Так. Это все сделал. Теперь иду сюда. Я на этих штуковин. Да не пойду, успокойся. Найди всех депульса, чтобы все конфетки тут вывалить из них. Сейчас все сразу соберу. Тут две застряли, они там, я пока не хочу туда вставать, чтобы там кое-что не было. Так что жалко, ладно, потом возьму, когда уже встану. Сейчас пока все остальные соберу конфеты. Ай, да нет, я не хочу к тебе. Если вдруг вам интересно, так у меня есть кое-какие карточки на продажу. В данный момент неинтересно. Нет, спасибо. Может, попозже. Ну, тебе же хуже. Передумаешь, позови меня. Не позову. Я их попозже все куплю, так что... Сейчас, дофига. О, его я не заметил, когда вошел. Вот так вот, отлично. Да, лохомору. Ну, хотя это потом я еще сделал. Вначале вот на эту штуковину надо мне встать. Вот, одна из них все-таки где-то внизу застряла, почему-то конфетка под этой плитой. Я не знаю почему. Ладно, фиг с ней. Из чего вы думали? Хагрид, учитель! Теперь уход за волшебными существами превратится в бездарный фарс. Блин, почему эта конфетка не подбирается? Я не могу понять, она странная какая-то. Эпульса! Так, теперь тут-то. Эпульса! И последняя штука. Эпульса!
Забавно, я прям сюда автоматически и забежал и взял эту карточку. Блин, почему это так? Блин, ну ладно, фиг с ним. Феникс, благородное создание, живет бесконечно долго, поскольку способен восставать из пепла. Пение Феникса волшебно, а его слезы обладают целительными свойствами. Ну да. Блин. Конфетка. Я хочу эту конфетку, но... Ну ладно, придется без нее обойтись. Люмос! Так, теперь делаем люмос. Бежим обратно на ту сторону. Вот сюда. Тут спонгифай. Так, еще карточка. Жаба пурпурная гигантская. Питается дохлыми мухами и прочими насекомыми. Обладает длинным зеленым языком. И что там необычного? У всех все жабы питаются мухами и насекомыми, и у всех длинный язык. Хотя, может, они не все пурпурные, но... Я не думаю, что это большое значение имеет. Так, сюда делаем. Так, спонгифай туда. Спонгифай! Секретик. Теперь быстро надо собрать все эти конфетки, пока пол подо мной не исчез. Окей. Так, кто у нас? Вот он. Тритон двухконечный. Много плавает, любит водоросли. Экземпляр такого тритона можно приобрести в волшебном зверинце в Косом переулке. Да, прикольно. Так, тут я все сделал, сейчас пойду обратно, туда, где я только что был. Потому что надо мне еще раз сделать люмос. Потому что он не только одну штуку открывает, он две штуки открывает. Да. Вот тут еще один секретик из этого люмоса. Вот так вот. Блин, так громко он это... Такие звуки издаются, когда я тут там оказываюсь. Так, все конфетки здесь собираю. Так вот. Все, вроде бы, да. Пошли вперед, дальше. Так, вначале прогуляюсь тут по краям, потому что там спрятаны кексики. И с другой стороны тоже спрятан кексик. Так. Вот, тут еще прям сзади Хагрида есть еще одна карточка. Гитраш. Дух, напоминающий крупную собаку. Одиночные особи и стаи этих существ водятся в запретном лесу. Да. Так. Ладно. Пошли сюда. Дальше на все штуки делаем. Эй, ты что не сделался? О, другое дело. Так, все подбираем. Тыквы восстанавливаются. Депульсим их всех снова. Подбираем все оттуда. Конфетки. И тому подобное. Так, ладно, пошли. О, Гарри, иди сюда! Да нет, не пойду, подожди, успокойся. Невил, ты думал, что я пойду оттуда, да? Наивный, хе-хе. Так, у меня сколько секретов? Офигеть, все 6 уже. Ну и ну. Быстро, я только что тут появился, уже все, нашел. Пройдите в эти ворота, и вы попадете на урок. Похоже, тут целое нашествие пикси. Как разделаетесь, пикси, идите по этой дороге. Там будет урок по уходу за волшебными существами. Выбирай, Гарри. Можно просто так побродить, а можно пойти на урок вместе с Невиллом. Вначале я звалю всех пикси, потом уже пойду на урок. Вот туда пойду.
Вот надо вот всех 5 раз валить, и будет у меня 5 волшебных карточек из этой коллекции. Пикси! Ну и дела! Эй! Отстань от меня! У нас тут нашествие Пикси! Чем мы можем помочь? Заколдуйте колодец, и эта стая тут же всполошится. Чтобы от них избавиться, вам нужно действовать всем вместе. И если с первой попытки со всеми Пикси справиться не удастся, можно попробовать еще раз и еще раз, а в общем, сколько потребуется. За каждую победу в награду положена карточка. Если прогоните из колодца всех Пикси, получите все 5 карточек из набора. Но это дело непростое. У нее такой тупой голос вообще, просто мя-мя-мя-мя, наркоманский какой-то голос. Ладно. Похоже, скоро нам надо будет двигаться на урок. Риктуса, риктуса. Вот это на урок, да. Просто их боишься, вот поэтому так и боишься скорее на урок. Риктусэмпра! Риктусэмпра! Так, тут их просто валим, риктусэмпру на них делаем, это не так уж и весело. Просто однообразно и просто. Великолепно! Вот, отлично. Мы получим целых 5 карточек, если сумеем прогнать всех Пикси. Так, карточка из знаменитых великанов. Бран кровожадный, средневековье. Жил в замке на вершине заколдованного бобового стебля. По-видимому, любил есть хлеб из молотых костей и запивать его кровью англичан. Убит мальчиком по имени Джек. Мальчик красавчик завалил великана. Риктусэмпра во всех них. Что еще нам делать остается? Риктусэмпра. Мы им показали. Супер. Циклоп. Древняя Греция. Одноглазый великан. Жил в пещере у подножья горы Этна. Убит греческим героем Одиссеем. Ну да. Лягушки берем снова. Вызываем всех этих пикси. Эдуша! Риктусэмпра! 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 Ну, ты чё за фигня? Риктусэмпра! 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 Ребята, это было просто прекрасно! Так. Голиаф. Библейские времена. Великан-наемник. Выступал на стороне филистимлян в их войне с израильтянами. Убит неким юношей из Пращи. Ну да, так. Еще раз. Риктусэмпра! 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 Делаем. Риктусэмпра! Вся такой там. Риктусэмпра! Все то же самое, что было надо. Да что вы не уворачиваетесь? Это так просто. Да вы офигели, что ли? Уворачивайтесь, блин. Это же не трудно. Отлично, Рон! Гермиона, и ты просто молодчина! Супер! Морхольд. Раннее средневековье. Великан, брат короля Ирландии.
защищая свою жизнь, ранил кельтского героя Тристана отравленным мечом. Угу. Гарри, пора идти в загон к гиппогрифу. Проводим туда Невилла. Ну, успокойся ты, не пойдем туда, нам еще раз надо все развалить. Последний раз. Рикту Сэмпра! 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 Ты просто так сказал для прикола, да? Рикту Сэмпра, прикольное слово, скажу-ка его просто так. И даже ничего не сделала при этом. Рикту Сэмпра! Вообще, гениально. Рикту Сэмпра! Рикту Сэмпра! Рикту Сэмпра! Ау! Рикту Сэмпра! Рикту Сэмпра! Рикту Сэмпра, давай, давай! Рикту Сэмпра! Да чё вы прячетесь, придурки? Тупые. Ты тупая. Блин, что-то. Вот, давай, давай. Рикту Сэмпра, Рикту Сэмпра. 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 Ну что, кто послушаешь? Ага, это последняя уже волна должна быть. Рикту Сэмпра. 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 Рикту Сэмпра! Так, давай, давай, давай. Рикту Сэмпра! Рикту Сэмпра! Рикту Сэмпра! Рикту Сэмпра! Вас последняя. Последняя, да? Рикту Сэмпра! Рикту Сэмпра! Ура! Получилось! Так тебе! Вали отсюда! Скатерть и дорожка! Вот это было круто! Ну да. Последняя карточка великанов. Хенгист из верхнего Барнтона, 15 век, великан. Убит прославленным истребителем великанов Гиффордом Алертоном. Да, вот этот Гиффорд, он тоже вроде есть на карточке. Я помню, знаменитый истребитель великанов. Может, здесь нет, но в предыдущей игре, по крайней мере, был. И в предыдущей тоже. Ну что ж, теперь, похоже, пойдем на защиту... Ой... Уход за волшебными существами.